Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советский фотоаппарат любитель 166В Лома. В общем, сегодня у меня день продаж. Это уже получается третья продажа за сегодня. Позвонила девушка буквально недавно и купила данный фотоаппарат. Перевела всю сумму на карточку, поэтому завтра нужно будет идти на почту, идти отсылать. Вот так вот он, в общем, выглядит. Вот сюда мы смотрим, шахта называется. Вот так вот складывается. Вот такая крышечка на объективы. Значит, за сколько я его продал? Он стоит недорого, $10, ну или 270 гривен, как в моем случае. Если у вас есть подобные фотоаппараты советские, ну вот, например, вот такой вот любитель 166В, обязательно посмотрите, потому что есть такая разновидность, которая стоит в два раза дороже, чем этот. Вот здесь, вот на этом месте, такая вот эмблемка Олимпиада. То есть во время Олимпиады игр выпускалась серия данных фотоаппаратов, и они стоят чуть-чуть дороже. Если на них есть полная комплектация, чехол, инструкция, родная коробка, то это уже как минимум цена по Украине 800 гривен. И если состояние хорошее, такой не покоцанный, не убитый, все щелкает, работает. Ну вот такие вот интересные моменты для вас, мои подписчики. Также я готов покупать советские фотоаппараты, немецкие, объективы, бинокли. Полный список вы найдете под этим роликом, как всегда. Под любыми моими роликами я пишу то, что я оцениваю, то, что меня интересует. Если у вас какие-то есть фотоаппараты на продажу, они вам не нужны, вы делаете качественные фотографии, отсылаете мне на Viber, на WhatsApp, и мы с вами договариваемся о цене. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!